Привет, друзья, подписчики мои. Давненько не было роликов с аппаратами. И посмотрите, времечко уже идет. Мы сегодня спасаем Человека-паука. Но у меня сегодня для вас радостные новости. Для тех, кто любит мои обзоры, мои акции, мои аппаратики и много чего еще интересного, ждут вас на ВК-видео. Ссылочка в описании. Прямо сейчас переходи, посмотри на группу, подписывайся. Теперь аппаратики снимаем там. Ну что, бьемся за паучка? Погнали. Слушай, очень... Вы понимаете, да, рофл? Кстати, не рофл, а этот, как бы, иронию, что доктор Осьминог против Человека-паука в костюме из «Нет пути домой». Интересно. Слушай, ну, я хотел... Мне говорят, что есть постоянно какое-то обновление игрушек. Но как я сюда не приду, постоянно, ну, вот, типа, лежит там 2-3 сверху и все. Пробуем. Да в смысле? Ну как мне подцепить? Ого! Вот это был захват. Слушай, не знаю, сколько мы сегодня еще поиграем здесь, но посмотрим пока что. Подожди, а как же мне паучка? Тут просто, видишь, даже на скилле не получается, потому что клешня не... О-о-о-о-о! Эх. Слушай, ну я не знаю, что делать. Давай попробуем другое выиграть что-нибудь. Вот смотри, какой-то пингвин здесь. Ну-ка. Вообще проверим силу захвата. Может, смысла бороться и нету за паучка здесь. Так. Ну, поднимает вроде бы неплохо. Продолжаем разговор. Итак. Просто, если вы не поняли, я зарядил еще денег. Потому что оплата здесь картой и... По 5 попыток дают всего. Пробуем. Да... Блин, я так хотел какой-нибудь классный сегодня ролик для вас. Я, короче, был еще в одном месте. Там вообще шляпа какая-то. Я шел сюда в надеждах, но... Давай он за тем мишкой? Или за тигришкой? О, мишку, мишку. Да. Что-то... Ну, вообще, конечно, так играть по 5 попыток очень... Типа запарно, реально. Ты не можешь сконцентрироваться на победных захватах. Понимаешь, о чем я говорю? Давай еще раз. Вперед. Опа, вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. О, смотрите, это мишка-ананасик. Мишка-ананасик, которого мы должны выиграть. Попытка номер 5. Еще разочек. Отлично. О, кстати, он не... Ну, ты видел, да? Нет, ты видел. Когда я нажимаю на клешню, он, кстати, не... зажимает еще раз. То есть он зажимает... Ну, один раз ты нажимаешь на кнопку, он опускает клешню вниз, нажимаю еще раз, и все. Не, ну, ребята, это не дело. Давайте пробовать еще раз. Вперед. Опять же, да, вот к вопросу. Было бы реально за что играть? Ну? Ну, ты что, шутишь? Как мне выиграть Человека-паука, если мы даже мишку выиграть не можем? Надо как будто вот... Сейчас все будет. Слушай, ни разу я, короче, не схвачу его. Так посмотрим сбоку на него. Ну, красавчик. Нет, ну красивый. У него такие большие глаза. Мне нравятся большие глаза у паучка. О, я подраскочил. Ребята, получилось. Получилось, получилось. Ну, вы видели, да, на скилле я сделал все, что мог. Давайте еще раз. Там вот какая-то игрушка мешает. Я не понимаю, что это. То ли беззубик, то ли пила зубик. Опа, опа, хорош, хорош, хорош. И снова, но нет. Ну, это фиаско, братан, в этом парате. Ладно. Я думаю, надо поиграть еще в другом парате, потому что это, конечно, стрём какой-то. Ну, может быть, на последней попыточке. Щит, бред. Здесь, кстати, при входе вот такие еще аппараты стоят. Мы как-то здесь играли, но они обновились. Посмотри, слайм неоновый, крутой. Наклеечки, татушечки, браслетики прикольные. И 3D-стикеры со словом пацана. Если надо, снять, я сниму. Так, ну что, пришел другой аппарат. Ну, пробуем выиграть здесь. Не знаю, получится или нет. Тут одна игра стоит 20 рублей. И меня это максимально не устраивает, но будем пробовать. Давай вот за куалой будем охотиться, что ли. Больше особой не зачем. О, ребята, ну вы сами понимаете, да, что происходит. Ну, кстати, прикольно, есть маленькая игра в кальмара, а вон там есть... Ну, так неудобно, что штука справа, а не слева. Вон там какая-то прикольная есть овца фиолетовая. Милк, что ли? Прикол. Я бы вот ту выиграл бы игрушку с удовольствием. Но видишь, что происходит? Вообще без варианта. Абсолютно. Давай еще раз. С вашей поддержкой, с вашим царским лайком. Ну-ка. О-о-о.
Не, ребят, ну вот как тут играть? Ну понимаешь, ну, вот я бы с радостью бы. Вот как? Чем раньше было прикольно, здесь с вкусняшками. О, вообще, смотри, он даже не клешню, даже до конца не доходит. Пытка осталась ластовская. Надо выиграем. Эх, ну, я сделал все, что мог. Да, если вы думаете, пытка осталась одна, нет, здесь считают как бы две за одну, поэтому... Так, ну что, ребятки, я тут гулял и нашел вот такой аппаратик, и посмотрите, кто в нем сидит. Вы это видите? Вот так, наверное, будет лучше. Это единорожек. Но, друзья, я прекрасно знаю этот аппарат, и, к сожалению, здесь выиграть нам не удастся, но я должен попробовать. 100 рублей зарядил, игра стоит 20 рублей, между прочим, дорого. Здесь, смотри, какой-то есть фиолетовый чувак разноцветный. Есть Гарфилд, есть какой-то лев, посмотри. Дает, кстати, 40 секунд. Вон там бык, какой-то бык непонятный. И единорог. Ну что, будем пробовать, вдруг получится. В принципе, он маленький, смотри, как он милаш. Но вообще. Здесь я не буду проигрывать миллион долларов, поэтому попробуем пару раз, не получится. Значит, а, смотри, он даже, кстати, видишь, он даже все, он даже дальше не дает. Ну ладно, пробуем. Вдруг мы его сейчас за ухо подцепим или за рог. Такие милые глаза вообще. Хотя вот, конечно, этот овца ближе к дырке лежит и прям как будто манит меня за ее поиграть, но нет, давайте пробуем еще раз. А он еще там сильно так прикопан, что... Да. Давай попробуем Гарфилда чисто по приколу. Ну, просто проверить захват, интересно. Да, захватом, как видите, не пахнет. Ну, я знал, на что шел, в принципе. Вообще странно, в этом аппарате частенько игрушки обновляются, и я не понимаю, их либо вытаскивают на самом деле, либо что. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, просто их, типа, меняют друг другу местами и, типа вытаскивают. Да, ну, видите, да, что происходит. Жесть. Ну, ладно, пойдем попробуем еще... Вот этого еще разок, последний раз. Давай, last раз, давай на скилле. Немножко на скилле. Ну, о! Эх! Какой единорог! Вот, здесь еще вот такой аппаратик есть. Посмотрите рядом. Мне кажется, этот аппаратик более выглядит внушающе, чем предыдущий. Не знаю, вон там собаки какие-то. Я такой аппарат не видел, кстати. Попробовать, может быть, сыграть в него. Так, ну ладно, закинул 100 рублей. Попробуем поиграть. Не знаю, получится или нет. Из интересного есть прикольный пингвинчик. Очень миленький. Есть собакины. Есть Гарфилд. Есть Hello Kitty. Мне кажется, тут пингвин хорошо лежит. Давай попробуем его выиграть. Ну-ка, давай-ка. Сейчас мы сделаем. Опасный момент. Опа, заклюв, заклюв. Не, ребят, это вообще не то же самое, что мы тогда играли с вами за единорогов. Это лютая. Но вон там зебра, кстати, зебра неплохая. Зебра тоже единорог? Нет? Похож на единорога, нет? Просто полосатый единорог. Пробуем. Отлично! О, слушай, ну, вообще не хочет хватать. Я считаю, что он должен схватить как минимум. Но у меня есть гипотеза, возможно, у него есть специальный момент, чтобы, когда он сильно схватит. Но пока неудачно. О, нет, ну в моей голове он должен четко хватать и немножко приподнимать, хотя бы. Вот. А кого еще-то? Я даже не знаю, вот собака. Пробуем немножко. Подожди. Подключимся. Мариша, я тебе смотрю. Итак, смотрим. Честно, не знаю, что. Вот правда. Из такого адекватного только зебра. Но с таким захватом мы далеко чувствуем. Ну, посмотри. Вообще. Пробуем еще раз. Пробуем выиграть. Давай, может быть, Гарфилда попробуем. Так, у нас тут фоновые шумы пробуем. Не получилось, ребят. Так, ребята, ну что, ваша любимая крутилка. Одна игра 25 рублей. Настоящий японский аппарат. Называется Супер Гифт, короче.
мы должны попасть вот этой вот штукой, по этой штуке, тогда она разожмется, и мы что-то выиграем. Из призов, ну, здесь вот есть ути с полтишками, это прикольно. Одна игра стоит 25 рублей, не знаю, на время или нет, но мне сложно нажимать и вам показывать, поэтому я буду нажимать, а вы смотрите вот сюда. О, я не нажимал, если что. Кстати, интересная тактика, да, можно просто проболтать, и он сам нажмет, и, видимо, в не туда. Слушай, а интересно, а что будет, если реально до конца подождать? Оказывается, есть время, 30 секунд нам давалось. Ладно, не будем болтать, будем нажимать. Три попытки у нас еще есть. Если честно, я просто, правда, не знаю, за что биться здесь. Абсолютно какая-то ерунда висит. Мы до этого играли, там хотя бы наушники были и зарядки, а здесь какая-то фигня. Ладно, пробуем. Да, чисто рандомно куда-нибудь ткну. О, как я четко рандомно по центру нажал. Красиво? Красиво. Кидалово? 100%. Так, ну давай пробовать еще раз. Вдруг у нас удастся что-то выиграть. Попробуем еще раз нажать. Опасно. О, да ладно. А, ну ты понял, да? Смотри, я попал туда, где уже игрушки нету. А я хорош. Ну, в принципе, штука интересная. Слушай, ну как так? Почему я попал ровно туда, где нет игрушки? Что-то это какая-то несправедливая фигня. Ладно, пробуем еще раз. Попробую сконцентрироваться. О! А у меня получилось, народ, смотрите-ка. Скидыш! Да ну! Надо же! Иди сюда. Кто это? Что ты вообще? Кто это? Слушайте, ну... у меня получилось. Возможно, стоит прийти еще раз, сыграть еще раз. Ну, блин, реально, есть игрушка. Есть игрушка, это хорошо. Какой замечательный круговорот. И будем пробовать выиграть игрушку. Мне кажется, у меня должно получиться. Ну, не знаю. В принципе, шансы есть. 100 рублей, 4 попытки. Есть ути с полтинником, на что я очень сильно рассчитываю. Но может быть такое, что мы здесь и ничего не выиграем. Вот я, правда, не знаю, что делать в такой ситуации, если мы не выиграем. Ладно, будем пробовать выиграть утю. Ой, я проболтал все время, ребята, я проболтал все время. Мне так нравится болтать. Я просто пока разговариваю, я реально концентрируюсь, чтобы этот, ну, барабан крутился и крутился. И выглядит довольно, на самом деле, эпичненько. А, ну что, пробуем? Сейчас сделаем. Сейчас я утю дождусь деньгами, вот она. Эх. Почти, почти ровно, но утю была близка, вот эту утю я хотел. Барабан снова закрутился, уже не будем болтать, будем сконцентрироваться и нажимать. Слушай, ну в целом, я думаю, что если приловчиться, то должно получиться. Не знаю, может и ничего не получится. Попытка номер last. Эх, не сегодня. Друзья, такое было видео, ставьте лайки, всем дочки, всем пока-пока.